Так, это оксфордская команда. Женская. А вот там вот находится кембриджская команда. Так, справа у нас Оксфорд, слева Кембридж. Тут два очка дали, да? Нет. То есть Оксфорд уже два раза ткнул? Ну, на шпаге всегда, когда горит два фонаря, дают обоим по очку. А-а-а. И до какого счета бьются? Грудь, живот, все защищено, да? Там пластик какой-то пластиковый, да? А это тоже. А у мужчин нет никакой защиты? Нет, нет, как? Пластик-то у меня обычно нет. Оксфорд сравнял счет. 2-2. Все, да, победила? А, сейчас они поменяют оружие? Все на шпаге. А что она сейчас делает такое? Проверяет кнопку. Там на конце пятна кнопка, которую надо нажимать, когда забирается. А-а-а. Давай,
зачем сзади вот эти трассы страховки? Нет, это не страховки, это электричество. Как он нажимает кнопку, замыкается свет. А-а-а. Что, неужели электронику нельзя сделать? Ну, чтобы без проводов. Есть, но это дорого. Но это не то курение. Мира и там олимпиады, ага. Да, там все. А погоди, им командно считают, что ли, очки? Да, да, до 45 сейчас будет. Но вот у Кембриджа как-то подлиннее девушки, то есть у них и руки, соответственно. Ровно ударили. Обычно сначала выступают более сильные или... Ну там зависит от страшного. Обычно, да. Короче, последний самый бой, он между двумя самыми сильными. А-а-а. Но зависит от стратегии. Допустим, если известно, что ну, они не равны, да? Ну да. То обычно ставят там самого сильного, его последний бой там где-нибудь до этого, чтобы он больше всего очков вернул. Да. Ага. Чалки Кембриджа. I'll count down 4 seconds before I start the clock. On guard. Ready? Play.